Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Edge 50 Ultra. И сейчас я покажу вам, как выполнить сброс всех настроек. Итак, открываем настройки и проходим в раздел «Система». Здесь выбираем сброс настроек и выбираем сброс к заводским настройкам. И нажимаем «Удалить», «Удалить». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.